Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. 18-й день, забираем свои награды. 25 листочков выпало, это хорошо. Так, все, это мы закрываем. Тоже закрываем. Так, ну что, у нас доступно событие? Нет, ребята, через 10 часов. Ладно, давай пока. О, получим все, что здесь есть. Ага, получилось. Чешуя ветродуя. И я знала, что ты найдешь чешую. Какая красота. Не понимая, зачем нам подавать еду на этих чешуйках. Обычно мы едим прямо с вертелов или мечей. Это изысканный пир, Икинг. Все должно быть в лучшем виде. Привет, плевака, куда направляешься? В Академию Драконов. Хочу найти в архивах сведения о сооружении сводов. Зачем тебе это понадобилось? Я расширяю конструкцию дровницы и хочу убедиться, что стены выдержат дополнительную нагрузку. Забудь про Академию. Думаю, мы решим твою проблему вместе. Пойдем. Мы с Астрид отличная команда. Спасибо, что увела плеваку от Академии, Астрид. Всегда пожалуйста. Это было даже весело. Плевака показал мне, как расширять свод. Кстати говоря, плевака сказал, что кучу лет потратил не на того подмастерья. Что? Эй! Ну, Икинг, а какие ты придумал развлечения? Развлечения? Ну, мы же викинги, мы сами себе развлечения. Серьезно? Ну, а у тебя есть каким-то идеи, мам? Да, разумеется, у меня есть кое-что на примете. Дракон Громокоготь. Он идеально подойдет для пира, но найти его будет не так-то легко. Так, Громокогтя надо начать искать. Поехали. Пускай бесплатно. Так, ну что, а мы с тобой собираем ресурсы. Давай, погнали. Что вы мне тут принесли? Ну-ка, топорик, ну это хорошо. То же самое, давай, только бесплатно. Так, сардылечка. О, заколка эпическая. Спасибо. Но это не факт, что она нам выпадет. Это просто как бы шанс. Из трех попыток нам дается. Так, а здесь руны. Так, прикосновение. Бесплатно. И Грамгильда нам достает руны, 9 штук. Так, хорошо, спокойствие. Бесплатно. Все, они у нас тут заняты, да? Ну а ты что сидишь? Иди работай. Так, ветрокрыл. Три железа нам уже добыл. Ну а здесь отказаться. Обмен и все. Больше мне здесь ничего не надо. Хотя надо все, но у меня руны, я не хочу их тратить. Так, лети, качайся. Так, ты тоже туда же. Ну а ты че? Да какой там, ребята, нифига не получится. Эть, чуть-чуть, буквально вот. Чуть карика, ты представляешь, не хватило мне. Пускай летит дальше, обучается. Так, ну а ты? Ну ты-то хоть, а? Тьфу ты. Пипец, блин. Ну как так-то, ребят? Ну... Так, два. Сколько у нас не хватает, да, к сожалению, пока. Думал, сейчас мы его отправим. Лети, лети, тренируйся. Так, а ты? За рыбой пока. Древесина. И опять же древесина. Ты за рыбой. Так, модификрыл. Подожди-ка, буйволорд. А чё ты сидишь? А, блин. Святилище Валки занято. Ну, конечно же. Конечно же, оно занято. Так, ребят, вы тут не отдыхайте. На поиски, все на поиски. Модификрылка. Сколько там? Мне не показалось, 128 миллионов.
Слушай, скоро 80 уровень будет у модификрылки. Так, ну а вы что тут уставились? Давай, 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 иди на поиски. Так, второй, где там у нас? Вот он. Листочек и опять же янтарь. Так, нам нужно с тобой открыть пак монетки. А здесь шторморез, шепот смерти, кревет. Это кто у нас? Змеевик. Так точно. Ну, мы его отпускаем, потому что это бесполезно для нас. И сразу тогда рекламу еще глянем. Монетки Одина. Так, Громль, Сарделька. Тысячу лет нам Сарделька не выпадала. Так, ну здесь у нас янтарь. Янтарь. Давай, давай, забираем. Плюс 5 рун. 30 листиков. Так, что-то нужно отправить двух драконов в приключение. 300 единиц древесины. У меня есть древесина? Есть. Забираем. Так, получилось выполнить? Получилось. А вот драконов мы с тобой не сможем отправить в путешествие, к сожалению. Так, здесь янтарь. Есть попытка? Есть. Пускай на обмен идет. Так, здесь у нас с тобой редкий пак. Да, редкий, открываем. Древоруб, шторморез, ловарык, костолом, дымодышащий и грозокрыл. Следующий тогда. И что у нас остается? Остается, наверное, только, ребят, сходить на арену. Потому что больше нам здесь пока и не сделать нечего. К сожалению. Слушай, сколько там ждать нам еще до события? Блин, 10 часов. Да, дофигища. 21 железо у нас уже с тобой, кстати, накоплено. Но этого все равно мало. Этого все равно мало. Так, ладно. Побежали. Попробуем с тобой выбить один пак вождя. Ну, не выбить, а накопить. Ну и подеремся тут с Леганцушки. Я просто хотел даже не записывать, ребята, эту серию. Думал, соберу все по-тихонькому. А потом подумал, ну а почему бы ее не сделать? Правда, я думал, что мы пойдем с тобой на события. А ну, видишь, через 10 часов еще только откроется. Так, ладно. Давай кромсать этого охламона. Ну хорош. Так, бомбанем сюда и добивку. Теперь кревет. Нет, наверное. Хотя хрен его знает, сейчас что-то будет. Ох, сейчас как влупит. Это было бобо. Неужели уничтожит, а? Погоди, пока живем. Но это пока. Потому что сейчас он добьет. Или кревет. Кревет добьет, скорее всего. Естественно. Естественно он добивает, ребят. Так, нам нужно с тобой делать слепоту. Иначе труба дела. Слепота нас хоть как-то спасет. Суперудар будет делать? Конечно же. Конечно же бы он сделал свой суперудар. И попал бы, и, возможно, уничтожил бы. А так, фигушки ему на постном масле. Промахнешься все равно. Ну что, добивать его пора. Раз. И два. Готов. Так, ну что у нас тут? Хофер, водорез и ужасное чудовище. Так, ну хофер, в принципе, разбирается неплохо, я смотрю. Так, водорез хороший. Сразу же вот начинает, вот это вот меня бесит. Сразу понижает броню. И барсика, ребята, они сразу же с удовольствием будут сейчас носить. Смотри внимательно. Смотри. Раз. И хана барсику, да? Так, точно, ребят. И хана барсику. Подхалимы несчастные, а? Так, это, ребят, не ужасное чудовище. Это у нас как раз-то кривоклык.
Тихо. Добьем? Добьем. Ну и что-то там. Все, ребят, ему должна быть крышка, по идее. Мы хильнемся. Плюс сделаем с тобой укус. Ну и потом добивка, и все, в принципе. Ой-ой-ой, не то, не то, не то. Блин, ладно, фиг с ним. Главное, ушатали. Дымодышащий, громорог и тройной удар. Вот такая вот команда против нас. Так-с, давай, наверное, с этого начнем. Хотя нафиг он нам нужен. Надо было... Твою налево, что творят, а? Так, мы... Нет, хильнуться мы не сможем сейчас, да? Ладно, просто укусим. Кто из них будет делать суперудар? Неужели тройной удар, а? Скорее всего, нет. Блин, не надо валить мне. Так, слушай, здесь, наверное, вот так сделаем. Я боюсь просто, что он будет сюда, да? Делать свою атаку. Естественно. Естественно, он будет атаку делать сюда. Кто бы в этом сомневался. Но в любом случае его завалят. Вот прям сейчас. Угу. Какой он тяжелый. А что он так тяжело разбирается-то, а? Это сейчас будет понижать. А, понижать, он еще на нас работает. Ну все, сейчас будет понижать броню, да? Или гипноз. Массовый гипноз. Ай-яй-яй-яй-яй, у нас здоровья так мало. Что он сделал-то? А что он... А, слепоту на него поедет. Красавчик ты наш. Смотри-ка, слепоту взял и повесил. Молодец, додумался же. Несмотря на то, что он был под гипнозом. Ну что, давай вот так вот, наверное, сделаем с тобой. На всякий случай, перестраховка элементарная. Раз, два. Нет, даже не старайся, ничего у тебя не получится. И готов. Ну вот и пак вождя. Шторморез, парящий прихвостень, Громль, защитник и Кривоклык. Одну, правда, карточку дали. Ну что же, и как ты видишь, обычный пак мы с тобой получили. Обычный, самый обычный пак. Ну что, ребята, вот такая вот коротенькая, быстренькая серия, как говорится, была. Бегом, 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 все с тобой, да? И увидимся уже на событии, которое будет через 10 часов. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.